Приветствую вас, дамы и господа, с вами Риверс, и мы продолжаем проходить StarCraft Remastered. И у нас 7 глава. На прошлой серии мы заключили сделку, приняли в свои ряды Эдмунда Дюка, генерала конфедерации. И теперь он на нашей стороне, а у нас начинается 7 глава под названием «Туз в рукаве». Ну что ж, погнали. Посмотрим, что он из себя представляет, эта глава. Мне кажется, она будет сложнее, в отличие от той самой 6 главы или 5. Поехали посмотрим. Туз в рукаве. Секретная база. Колония на Антиге Прайм. Командир, наша позиция раскрыта. 2 часа назад на Антигу Прайм прибыли ударные силы Конфедерации. Они основали базу в пределах нашего защитного периметра. Арктур Менгск собирает совет. Приветствую всех. Я понимаю, что вас беспокоит угроза Конфедерации. Но сперва мы обсудим более тревожное известие. Добытые нами диски содержат вовсе не чертежи оружия. Лейтенант Керриган, вам слово. Да, сэр. Все знают, что для программы подготовки призраков Конфедерация отбирает людей с псионными способностями. Так вот, ученые выяснили, что зерги восприимчивы к псионным эманациям призраков. Выходит, зерги пришли за тобой, дорогуша? Час от часу не легче. Закрой рот. Конфедерация провела множество секретных исследований в этой области. Нам же в руки попал маленький, но важный элемент головоломки. Чертежи межпространственного волнового пси-излучателя. Он может передавать многократно усиленный нейронный образ призрака даже на другие планеты. С помощью пси-излучателей Конфедерация привела зергов на изолированные испытательные полигоны. Ваша колония, Марсара, была одним из них. Это как понимать? Буквально. Зерги — это новое секретное оружие Конфедерации. А вы все оказались подопытными в его испытании. 10 лет назад конфедераты не побрезговали ядерной бомбардировкой Кархала ради победы. А теперь используют зергов, чтобы задушить сопротивление. Но в этот раз возмущений не будет. Кто заподозрит, что они стоят за нападениями инопланетян? Нет, их назовут героями, избавителями. Конфедерация должна ответить за свои преступления. И я знаю, каким образом. Лейтенант Керриган разместит излучатель на базе Конфедерации. Командир, вы обеспечите сопровождение. Когда прибудут зерги, блокада будет прорвана, и мы сможем покинуть планету. За дело. Да, это будет очень дикая задача. Натравить армию зергов на пост конфедератов. А чё, мы не будем... Мы лучше их, что ли, будем теперь? Ну, имеется в виду, станем ими подобными. Станем использовать то же самое оружие. Но, во всяком случае, задачи. Доставьте пси-излучатель на базу противников. Керриган должна выжить. Погнали. Я сомневаюсь, что это верный шаг. Никто не заслуживает гибели от стаи зергов. Я понимаю, что для вас это личное. Но не давайте прошлому влиять на свое. База атакована. Выполняйте приказ, лейтенант. Недостаточно вестена. Готов к работе. Да, точно. Что прикажете, Кэп? Стиль принял. Так, как они будут атаковать нас? Да я кого-нибудь пристрелю. Зажигаю. Превосходно. Погнали. Так, у нас тут немножко технологии открылись. И у нас есть научное судно. Хорошо. Блин, авто не работает. Авто не работает, жаль. Танк херачит по нам, да? Так, нам нужен сейф и знать, как они на нас будут нападать. Укрепляем оборону и действуем как обычно. Так, где у нас Виспен? У нас Виспен вообще есть?
сами понимаете, где. А, нет, вот. Если база атакована. Ладно, он немножко ломает нам. ГСМ готов, Г! Экономику. Ну не экономику, а скорее это. Лимит. Жду приказаний. Стим принял. Готов выдвигаться. Жду приказаний. Готов к работе. База атакована. Так, Эп? Так точно. Вас понял. Что, не получается, что это серьезно? Shift даже уже перестал работать, или что? Нет, Shift не работает. Жесть. Слышу вас хорошо. Ладно. Неужели Shift работает только на сборы минералов? Еще не знаем, как они нападать на нас будут. Нам нужны мины. Нам нужны апы, нам нужны с... Готов к работе! Готов к работе! Жду приказаний! Что приказано, Кэрна? Нам в любом случае надо будет еще вниз идти. Скорее всего. Хотя здесь у нас запас еще не ограничены. Пристройка завершена. Работа выполнена. Вас понял. На случай воздушной атаки лучше распространить турели. Мы не знаем, как они будут атаковать. Или мы сами будем на них вступать, а они будут ждать нас. Серьезно? Знаете, вот такое. Кто на новенького? Приказывайте. Волна Эй. Очень. Защитная матрица. Я даже не знаю, как судно работает научное нынче. Так, ладно. Ваши войска атакуют. Нам определенно нужно. Да, точно. Теперь понятно, как они нападать будут. Недостаточно минералов. Так, Кэп. Что прикажете, Кэп? 7 минут, Кэп. Недостаточно минералов. Кто на новенького? Пристройка завершена. Готов к работе. Можем его использовать как добытчика. Да, точно. Приказ получен. Какое ограниченное число минералов, а? Да, точно. Не нравится мне это. 7 минуты. Кто я на новенького? Жду приказаний. И снова поставил бункер, еще вообще идиотизм какой-то. Работа выполнена. Командир. Знаете. Что прикажете, Кэп? Приказ получен. Кто на новенького? Виз. Нужен виз. Миражами будем снимать осадные танки. Что приказаний? Так, Кэп. Просто у меня других уже идей нету. То, чтобы должны все турельки стоять. База атакована. Вот такая херня не была. Ожидаем приказов. Работа выполнена. 7 минуты. Подожди.
Что, я на этом остановлюсь, что ли? Требуются дополнительные хранилища. Питская сила, лимит. Слышу вас хорошо. Да? Может, этих слить? Байков? Да, байки сольем. Да, еду. Байки сольем, они нам нафиг не нужны. Работа выполнена. Только мешают. Так, пока все идеально идет. Но это пока. Недостаточно минералов. Ваши войска просто осмотреться хотя бы. Что? Это все? Куда я попал? Это все? Пипец. Ожидаю. Работа выполнена. Я тут. Что-то, мне кажется, там вообще бесполезно было. Миражи с их инвизом. Координаты получены. Посмотрим. Вектор движения задан. Чисто координаты посмотрим. Получены. Есть. Координаты получены. Вектор движения задан. Координаты получены. Ожидаю. Есть. Вектор движения задан. Я просто не вижу нигде турелек. Построение. Координаты получены. Где турельки-то? Есть. Боевое построение. Приехали. Ну то, что здесь проход есть, вот этого я вообще не ожидал. А, нам, кстати, осадные танки доступны. Слышу вас хорошо. Ну тогда, мне кажется, очевидно, как мы будем делать все. Блин, зря я просто ресурсы даже потратил. То есть одна тема, конечно, у меня жесткая. Я готова. Ожидаю. В качестве разведчика будет наступать. Так. Садный режим брать еще надо. Самих танков. Танк на марше! С радостью, Кэп! Пока тут его поставим. Укажи цель! Ну, собственно, пока нормально. Не кусаются. Здесь проем мне не нравится. Без проблем мираж может пролететь. Что прикажете, Кэп? Приказ получен. Работа выполнена. Приказ получен. Готов к работе. Вас понял. Сию минуту, Кэп. Можно вот так, конечно, темой пользоваться. Хотя его быстро сшибет танк, если он подойдет ближе. Наземная техника вооружения. Исследование завершено. Укажи цель! С радостью, Кэп! Штук 5 голиафов и 3 осадных танка, и можно прорывать оборону конфедератов. Голиафы, они хорошо подойдут против воздушных и наземных целей. И КСМ еще закрепим для починки. Надо просто подготовиться.
Нам сюда надо просто дойти. Голиаф на связи. Штаб, вас понял. Грейды, в принципе, тоже. Видеосвязь установлена. Что там насчет? Я пехоту не брал, не апал. На атаку. Хорошо. Так, и у нас опять лимит немножко догоняет. Надо исправлять. Что прикажете, Кэп? Все равно просто так стоишь. Построй что-нибудь. Перед тем, как пси закинешь. Чемпион ты наш. Здравствуйте, командир. Я тебе не хворать. Так точно, капитан. Меня напрягает то, что в один прекрасный момент к нам могут осадные танки прийти. Танк на марше! Что не есть хорошо. Укажи цель! Да не вопрос! Выдвигаюсь! Работа выполнена! Я бы еще миражи построил бы, чтобы брать танк с этой, с той горы. Приказывайте. Она имя, обучение, блин, что это все делает? Блин, вот. Исследовать-то можно исследовать, но какие эффекты дает? Облучение, что это такое, блин? Волна Эми. Голиаф на связи. Офигею. Броня нужна. Сейчас атака доделывается и будет броня еще. Улучшение завершено. На второй уровень еще есть. Да уж. Связь налажена. Голиаф на связи. Обшивка левел 2. Так, просто обшивка левел 2. Так, у нас тут ресурс потихоньку уже на исходе. Ожидаю приказ. Почему маскировка такая дорогая? Офигею. Я тут. Я понял, что они где-то там. Может как-то ускорить игру? Да, пробуем со скоростью игры. Капец, там скорость пошла. Офигеть. Че я раньше ее не сделал? Правда, меня сейчас, конечно, еще быстрее будут попадать. Что очень вероятно. Танк на марше! Готов к работе!
достаточно минералов. Приказывай, командир. Нам нужно ваншотнуть. Точнее, грохнуть танк. И одного-двух миражей это вряд ли достаточно. Погонять его можно. Хотя бы сшибнуть его. Штаб, я вас слушаю. Щитная матрица, это что такое? Я тут. Оба-на, щит получили. Боевое построение. Это же щит, да? Видеосвязь установлена. Передавай координаты. Будем считать, что это щит. Исследование завершено. Ожидаю приказов. Тут сейчас обшивка еще доделается. Возьмем сразу же вторую обшивку, чтобы Голиаф хорошо танчили. Урона вроде у нас и так сполна будет достаточно. Чего я на медленной скорости играл? Прошлой главы. Даже как-то стыдно. Улучшение завершено. Блин, а броня долго висит, кстати. Передавай координаты. Координаты получены. Вектор движения задан. Потихоньку продвигаемся. Укажи цель! Жду приказа, Кэп! С радостью, Кэп! Что прикажете, Кэп? Передавай координаты. Есть. Вектор движения задан. Укажи цель! Выдвигаюсь! Приказывай, командир! Укажи цель! Ожидаю! Есть! Вектор движения задан! Приказывай, командир! Вектор движения задан! Координаты получены! Я тут! База атакована! Координаты получены! Ожидаю! Хорошо! Координаты получены. Боевое построение. Координаты получены. Вектор движения задан. Хорошо. Начало неплохое. Готов к работе. Я правильно понял, у Голиафа дальность больше, чем у бункера? Чего? What the fuck is this? Ладно. Связь налажена. Место назначения. Я тут. Канал открыт. Куда двигать? Работа выдвигает. Передавай координаты. Есть. Так, нам нужен обзор сверху. Координаты получены. Такер! Какие будут указания? Куда двигать? Какие будут указания? Нам надо снять эту вышку. Куда двигать? С радостью, Кэп! Какие будут указания? И здесь сразу поставим Голиафов. Канал открыт. Если кто к нам пойдут гости. Какие будут указания? Системы функционируют. Подтверждаю. Уже пошли, да? Канал открыт. Приказ получен. Куда двигать? Покатили. Укажи цель. Жду приказа, Кэп. Куда двигать? Есть. Блять, у нас обсервера нет. Хотя, нет, у нас есть обсервер. Ваши войска атакованы. Системы функционируют. У нас есть обсервер, он должен быть просто подойти. Укажи цель! Передавай координаты. Улучшение завершено. Отлично. Штаб, вас понял. Место назначения. Так, с этим разобрались. Связь налажена. Какие будут указания? Связь налажена. Отлично, минус. Ожидаю. Есть. Там у нас Голиаф, да? Боевое построение. Так, ну, есть.
потихоньку разбираемся. Координаты получены. Боевое построение. Канал открыт. Да, Кэп? Жду приказа, Кэп! Связь налажена. Да, я вас слушаю. Системы функционируют. Да, Кэп! Укажи цель! Я готова. Я тоже об этом думала. Приказывай, командир. Какие будут указания? Готов к работе. Что приказывает? Канал открыт. Капец, третья обшивка можно. Готов отлично, к работе. Третья обшивка это будет отлично. Какие будут указания? Куда двигать? Мы не будем подставляться сильно. Да, Кэп! С радостью, Кэп! Да не готов вопрос! К работе. Ой, извиняюсь. Укажи цель! С радостью, Кэп! Медленно, не спеша будем подходить. Ну что, на этот раз? Да, Кэп! Готов что, к работе. Какие будут указания? Слышу вас хорошо. Жду приказа, Кэп! Канал открыт. Готов к работе. Приказывай, командир. Слышу вас хорошо. Будем действовать осторожно. Укажи торопись. Цель! Связь налажена. Какие будут указания? Ожидаю. Боевое построение. Координаты получены. Вижу. Видеосвязь установлена. Так, сюда. Отлично. Да, Кэп! Ожидаю. Я тут. Координаты получены. Приказывайте. Выдвигайтесь. Приказывай, командир. Есть. Приказывайте. Ожидаю. Приказывай, командир. Потерял одного. Укажи цель! Ничего, я отомщу. Выдвигаюсь! Какие будут указания? Штаб, поскольку. Я тут. Канал открыт. Лейтенант Керриган на связи. Почти подобрались. Укажи цель! Связь налажена. Цель выбрана. Место назначения. Системы функционируют. Какие будут указания? Подтверждаю. Цель выбрана. Место назначения. Подтверждаю. Отлично. Готов к работе. Приказ получен. Связь налажена. Ожидаю. Есть. Фух. Это плотно, конечно, но действенно. Сейчас мы разберемся. Я тоже об этом думала. База атакована. Пока база нам уже не нужна. Укажи цель! Машина еще не атакует. Улучшение слишком
начнем? Координаты получены. Рискнул. Чего там? Батл крузер? Вот этого я вообще не ожидал. Без батл крузер. Ну, попробуем. Мы пойдем на все ради спасения человечества. Иначе нельзя. На нас лежит слишком большая ответственность. Ну, как-то так, дамы и господа. Миссия действительно была потная. Меня могли просто задушить, если бы я не держал позиции. Ну что ж, продолжим в следующей серии, ребят. Мне кажется, следующая будет финальная именно на этом эпизоде. С вами был Риверс. Всем пока-пока. До скорых встреч.